Здравствуйте. Представляем котел варочный на 300 литров с конусным дном. Крышка разбирается на две половинки, снимается. Так, значит, у котла конусное дно для удобства слива. Стоят пластовые скребки по бокам и снизу. Котел, значит, рассчитан на 15 киловатт. Три блока по 5 киловатт. То есть это сетевая кнопка, включаем нагрев. И включаем сетевую кнопку, идет нагрев. Сейчас идет максимальный нагрев. Залита вода для проверки. Рубашку, вот уровень, короче, проверяем воду здесь через уровень. Заливаем через воронку, пока сюда не придет вода. Это клапан аварийный сброса, манометр для контроля давления в рубашке и терморегулятор для контроля давления в рубашке. То есть в пределах 0,5 отключается, переключится на минимальный режим, на 0,2 атмосферы. Потом опять переключится на 0,5, на максимальный. Получается будет через 15 кВт, либо 5 кВт включаться. И труба с конуса. С конуса труба выходит и разворачивается в любую сторону. Открывается через низ. Мешалка, значит, получается у нас реверсная. Мешалка включаем в одну сторону с пульта. Регулируем резистором. Либо в другую сторону. Лучше включать в эту сторону по часовой, чтобы скребки соскребались со стенок. То есть быстрее. Либо медленнее. Так, когда дойдет задал параметра по терморегулятору, трубочка варена у нас вон под самым Мерседесом, загорится верхний уровень. Так, если не будет воды, загорится красная лампочка. Мешалка разбирается на клампе. Быстро разборная мешалка разбирается на клампе. То есть разобрать, чтобы можно было помыть котел. То есть вытащили мешалку, чтобы можно было помыть котел. Все, котел готов к работе.